Красавец. Красавец. Вот это боковой плавник, жировой, что к себе месту лососа их относится. Вот какая красавец. Вот. И зажигалка на фоне, да? Под брюшко положить. Ну вот, 9 корешков и ведро полное. 5 забросов на фоне зажигалки вот такой. Видите, кажется. 5 забросов, 5 рыбок. Вон, видите, вот где он уводится. Вот так, красавка. Фотографию сыпь. Что тут у нас есть? Вчера были улитки, сегодня тоже улитки. Сейчас покажу. Вот она, улиточка. Угу. Вот такими улитками питается крупный харь. Так, что тут? Вот такие улитки. Вот. Тут вообще непонятно. Цвет. А, мелкая улитка. Вообще мелкая. Мелкая при мелкой. Сейчас попытаюсь промыть. Да, мелкая улиточка. Хотя палочка какая-то. Под камешком. Ну, ручейник, значит. Вода чистая, как бриллиант. Красава. Эх, какая красотища. Это зажигалка вот эта. Ну вот. Утрешний улов. Да. 8 забросов, 8 рыб. Этот плавничок говорит, что рыба благородная. Относится к семейству лососей. Гудак, наивкуснейшая рыбка. Вообще классика. Да, ребятки. Какая она вкусная. Просто не замечал. Положишь в рот, и она тает. Ну, чистить кариуса достаточно.